Компания «Электромотор» представляет ролик про трансформаторы ОСМ. Трансформатор однофазной сухой серии ОСМ-1 – это трансформатор напряжения многоцелевого назначения. Используется для нужд местного освещения, также для питания цепей автоматики и сигнализации. Трансформаторы ОСМ изготавливаются мощностью от 0,04 до 20 кВА. Напряжение первичной обмотки от 115 до 660 вольт. Напряжение вторичных обмоток от 0 до 260 вольт. По техническим данным заказчика, возможно изготовление с любыми сочетаниями напряжений до 66 кВт. Все электрические параметры и габаритные размеры трансформаторов ОСМ одинаковы для различных климатических исполнений и отличаются только защитными покрытиями. Под заказ изготавливают трансформаторы для всеклиматического исполнения В в защитном кожухе с ручками для переноса. По вопросам покупки данного оборудования обращайтесь в компанию «Электромотор». Контактный телефон 5 300 38.